Вечер добрый всем. Я Юрий Розанов и мой коллега Василий Соловьев готовы к тому, чтобы комментировать для вас интереснейшую футбольную встречу. Ушаков. Не забивай. Размялся просто голкипер в этой ситуации. Сейчас вложится игрок. Я так думаю, надо бить и забивать. Какой удар! Линии показывают на угол поля. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехвачен. За пределы поля. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовало. Это даже не перехват, это просто подарок какой-то. Если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Чуть-чуть поторопился игрок и забежал в офсайд. Ударом из своей штрафной далеко отправляет мяч. Конечно, очень легко поймал, согласитесь. Пас по флангу. Игрок поспешил и залез в офсайд.
очень важный и нужный для защиты перехват. И продолжается атака. Вот обыграл один в один, и сразу перевес численный может быть. Ничего не придумал. Кончилось дело неточным пасом и перехват. Вот только главное не думать слишком долго, потому что выбор очень велик. Ушаков. Соперник теряет мяч в середине. Ушаков. Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда. В этот раз он эту грань приступил. Совершенно логичное решение. Тут головой нужно было играть, так и сыграно. Ушаков. Далеко убивает мяч. Хорошая игра головой. Неплохая идея, но, однако, исполнение хромает. Отдает игру. Думаю, надо бить и забивать. Опасно! В воротах мяч. В воротах гол будет засчитан. И это чудовищная ошибка вратаря. Можно сказать, что он посмотрим, что выйдет из этого перехвата. Потрясающе играет защитник, буквально спасает свою команду в очень опасной ситуации. Ну что ж, в первом тайме могла быть ничья или могла вести любая из команд. Случилось то, что случилось. Ну, а равенство сил налицо, и поэтому любой окончательный результат нельзя исключить. Первый тайм повесил много вопросов в воздухе, потому что ничего еще не определено. Все может измениться во втором тайме. Досад на себя любимого. Опасный момент. Отбивает мяч вратарь.
даже можно назвать и стыком. Всего и осталось только хороший момент. Удар. Вы знаете, если вратарь будет так играть, то, мне кажется, его заменить могут. Он сегодня не в своей порядке. Смотрится абсолютно неуверенно. В воротах и его и вратарем не назовешь сегодня. Штрафной. По-моему, невнимательно просто действовал игрок, срезался мяч с ноги и ушел за боковую. И есть кому пас отдать. Будет простреливать верхом, низом, пока не знаю. Здорово. Удар по воротам. Ушаков. Из-за боковой будут бросать. И вот это называется кросс, то есть пас с фланга в центр. Думаю, надо бить из-за как подкошенный футболист падает, похоже, потянул мышцу, а ведь контакта-то и не было. Бей! Бросается игрок навстречу мячу и принимает его на себя. Судейский свисток молчит, мяч снова у соперника. Сейчас посмотрим на вердикт судьи. Как он расценит, административное нарушение или уголовное? Этот перехват — награда за его старание. Ударом. А куда попало? Это понятно. От греха, но ведь команда спасена. Это аут, господа. Сильнейшим ударом из своей штрафной далеко отправляет мяч. Положение вне игры, и судейский свисток заканчивает эту атаку.
растет. Счет растет, и вратарь не может ничем помочь своей команде. Да, бывало, что он спасал матчи, но вот сейчас совсем другая история. Ну, увеличивается разрыв. Ох, дернул мышцы, это 3 недели, если что. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. За боковую мяч попал, оттуда же и будет возвращаться. А это даже можно назвать и стыком. Защита бдит и прострел перехватит. Выходит голкипер, ловит мяч и, в принципе, может сразу начинать атаку. Глушаков. И вот потеря в центре поля. Хороший покат и главный чист. Вторая победа подряд, деньги к деньгам, победа к победам, но до конца сезона еще есть дистанция, и мы посмотрим, вот это состояние подъема, долго ли клубу удастся сохранить.